Зарегистрирована 800-я смерть от COVID-19. Последняя жертва – 43-летняя женщина из Фалешского района. Всего же в понедельник Министерство здравоохранения сообщило о 9 умерших пациентах. К тому же подтвердилось 120 случаев заболевания. Такой результат был получен после обработки чуть более 1500 проб. Больше всего инфицированных, как и прежде, в столице. Среди других регионов в числе первых по заболеваемости находятся Гладянский, Еловенский районы и Левобережье. К этому моменту в стране зарегистрировано 25 482 заразившихся коронавирусом. 70% из них уже выздоровели. Из тех, кто остается на лечении, более 400 в тяжелом или критическом состоянии.